Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения известного чувашского прозаика, одного из организаторов Чувашского драматического театра Ивана Муджи. Наша съемочная группа отправилась в родную деревню писателя. Талантливый актер, мастер сатиры, публицист и переводчик. Так можно сказать об Иване Илларионове. В творческом мире известен как Иван Муджи. В разные годы он работал в редакциях газет «Чувашский край» и «Канаш». Одновременно играл в труппе драмтеатра. В его репертуаре были абсолютно не похожие друг на друга роли. Иван Иванович долгое время был бессменным секретарем сатирического журнала «Капкан». Писал памфлеты, фельетоны, рассказы. В родной деревне гордятся талантливым земляком. Мы каждый год, ежегодно отмечаем с детьми его дни рождения, проводим литературные вечера. Вот нынче мы решили всей школой, всем коллективом отметить этот замечательный праздник. Мы помним Ивана Муджи, мы чтим и всегда будем помнить. Около 10 лет назад здесь установили памятник чувашскому литератору. На уроках родного языка школьники знакомятся с творчеством Ивана Муджи. В этом году ребята читали отрывки из его произведений и рисовали портреты прозаика. Наша школа готовилась к его юбилею с большой ответственностью. К его юбилею я нарисовал его портрет. Я думаю, он получился неплохой. Но когда я обычно рисую, мне является его образ, поэтому или так легче рисовать. Иван Муджи жил и творил много лет назад, но его произведения и роли в театре помнят до сих пор. А пока жива память, живо и его слово. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика.